Всем привет! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня с вами делюсь очень интересным рецептом приготовления курочки. Не просто курочки, а курочки в соусе. Ароматном, интересном. Так что стоит приготовить. Рецепт, конечно же, заслуживает вашего внимания. Так что досмотрите видео до конца и готовьте вместе со мной. Поехали! Беру миску голени. Отправляем в миску. Отправляю хорошую щепотку соли. И хорошенечко перемешиваем. Предварительно курицу помыл, почистил, слегка обсушил. В общем, больше делать с ней ничего не нужно. Отправил казанчик на огонь. Добавляю примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла. Как только масло прогрелось, отправляем курицу жарить. С каждой стороны обжариваем ровно 2 минуты. Курочка у меня прожарилась 6 минут. У меня получилось ее прожарить с 3 сторон. Выкладываю в форму. Беру опять миску. Отправляю в нее 200 грамм. Сметаны или сливок, 150 миллилитров молока, добавляю аджики примерно 0,5 столовой ложки, молотый имбирь буквально на кончике столовой ложки, базилик 0,5 столовой ложки. И добавляю сухой гранулированный чеснок 0,5 столовой ложки. Можно добавить свежий. Щепотка соли. И добавляю свежие мороженые петрушки. Можно свежую. И для того, чтобы загустить наш соус, нам понадобится мука. 1 столовая ложка без горки. И хорошенечко это все замешиваю. Такой соус очень вкусный. Даже с любым другим мясом, друзья. Обязательно приготовьте, попробуйте. Я уверен, вам понравится. Соус, конечно же, нужно прогреть. Отправляю в казан, в котором жарили курицу. При прогревании соус густеет. Мы этого и добиваемся. Соус загустел буквально за 3 минуты. Все, отправляем его в форму. Теперь эту вкусняху отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно 30 минут. Хочу уже попробовать. Супер. Очень сочная, вкусная. С легким ароматом всех пряностей. В общем, просто супер, друзья. Обязательно приготовьте. Такой вариант на ужин просто бомба. Обязательно готовьте вместе со мной. Не забываем подписываться, делиться с друзьями, ставить лайки и комментировать. Друзья, я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока.